Итак, четвертый комплекс, который должен был быть заключительным, но он не заключительный. Забегая вперед, скажу еще об финал. После комплекса я там лежал под лестницей, отходил, и только слышу, вас ожидает финал. Я такой, да ладно, о чем? Костя Прудников решил сюрприз новичкам преподнести. Поехали, старт. 10 подносов коленей. Далее 10 рывков гантелей, 22,5 килограмма. И 10 калорий гребля. Так, выхожу на рывок четвертым. Почему я отстаю, не знаю. Очень медленно делаю подносы ног. Подносы коленей. Далее у нас 10 будет калорий. Это первый круг, второй круг. Вот все по 20. А третий круг все по 30, соответственно. Так, на концепт, в принципе, выходим все вместе. Вот. Дальше начинаются гребли. 10 калорий. Это 10 грибков с темпом 2000 калорий. Сейчас. Комплекс вообще идеальный, под меня сделан, ну как сделан, то есть упражнения мои, грубо говоря, любимые упражнения, рывок гантели, концепт, это те два упражнения, которые я могу делать очень долго, не сбавляя темпа. Подносы коленей, я вообще не ожидал, что это будет упражнение, я думал, будут подносы ног турнику и рассчитывал на подносы ног, и думал, что скорее всего меня там накроют капитально, потому что немного слабое место у меня подносы. А сделали подносы коленей. В итоге это вообще идеально все сложилось. Вот, все упражнения делались без разбива. Никто не разбивал, все четко бомбили просто в один заход. Вот, мы выходим на рывок. Паренек, кстати, в красной майке, классно делает рывок, довольно-таки. Скорость хорошая, даже меня обходит, я удивился. Я потом, после комплекса, когда видео просматривал в первый раз, я так был слегка удивлен. Думаю, такой малыш, а бомбит так не кисло. Но, как говорится, одно упражнение здесь не решает. Здесь нужно все бомбить. А я как начал, я, грубо говоря, все делал в одном темпе. То есть я не ускорялся особо. Начинал рвать в одном темпе и так же заканчивал. Но на гребле уже наказывал. Потому что гребля, это, говорится, мой конек. На одном единственном концепте, на наш весь город, от силы гребет там 5 человек. И то это, говорится, 4,5 человека, кто занимается кроссфитом, все остальные там просто разминаются по 15 минут на нем, все, особо никто не работает. Так, поехали, гребем 20 калорий. Мощнее советуют, мощнее. Ну, блядь, как получается уже мощнее, я стараюсь, как ни крути. У ребят там темп гораздо меньше, если у меня 1600, то там 1000-1100, я думаю, 1200. Если кто-то выгребал калорий в час, то это, конечно, было идеально. Так, выхожу на третий круг. Вышел первый. Так, 3 повторения. 4, 5, 6. Плюс 6 повторений. Сейчас посмотрим, сколько повторений мне останется в конце в запасе. И вообще, кто первый закончит. Вон техника вообще странная слева у парня, то есть я не знаю, судья засчитывал ему все идеально, ну мне как бы, не знаю, по мне так ноги не заносили за турник, ладно, не суть. Так, смотрим, где-то одновременно, то есть я был плюс 6 повторений, и он меня догнал на 30 повторениях. 6 вот этих повторений отыграл. То есть темп у меня был медленный гораздо. Не знаю, с чем это связано. Но ничего, сейчас мы покажем, кто есть кто на гребле. Рывок закончил бы примерно одинаково. Вот если бы было бы по 30 рывков в каждом круге, вот это было бы вообще жара.
Ну, я как начал, получается, рывки в одном темпе, так и заканчивал. Ребята некоторые, видно, что начинают пошустрее, но под конец уже покидают силы, что-то делаешь. Вот она, осталось пару рывков, 4, 3, 2, 1. И вот я выхожу второй на греблю, и вот здесь начинается самая жара. Гребля сейчас зарешает, смогу ли я выгребсти небольшое отставание. После 30 рывков, мягко говоря, в конце я не мог вообще разогнаться в начале, там до 1500 или разогнал, хотя хотел до 2000. Ну, блядь, ноги какие-то вообще ватные, руки ватные, я не знаю. В принципе, я думаю, ни у одного у меня такое ощущение было. Поэтому все в равных условиях. У меня даже небольшое преимущество. Как, что на гребле, что на рывке было. Поэтому я этот комплекс... Ну, по-хорошему, надо было заканчивать его еще быстрее. Бля, мне там все что-то кричат на ухо. Я, если честно, я все это слышал. И просто меня под конец такая раздой взяла, что неужели до 2000 не разгоню. Я под конец, на последних пару грибков, я все-таки выгреб 2000 калорий. Есть, закончил. Кстати, забыл включить пульсометр, чтобы посмотреть, какой пульс будет. Я думаю, здесь пульс у меня капитально поднялся. Я думаю, до 180 на гребле мог бы зашкалить. Вот, парни еще заканчивают, еще кто-то гребет, еще даже кто-то рывок делает. Так, второй участник закончил. Куда-то еще гребут. Довольная рожа, довольная. Как тут быть недовольным? Закончил первый.